Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Дело такое. Утро начинается сегодня, 15-е. Но у меня голуби, когда вылетят, чтобы не залетели, залетят туда, не спачкая. Володя свою кровать заправляет бумагой, придавливает, они у меня там полдня проводят. Потому что они только второй день на облете. Дикари двое, я вчера показывал. Ну и вот. Зашли ко мне тут такие хорошие люди, видно. Колесниковы, Николай и Анна. И сказали, что нужно создать вот такую тему. Вопросы, пожелания, события дня. Это они так написали. Я не стал менять ничего. Вот уже третье мы составляем сегодня. Вот. Это у нас будет, когда уже не 14-е сегодня будет, а 15-е. Вот так. Это третье у нас будет ролик составленный. Видите, как я делаю? На каждый месяц отдельная страница в Word. И на каждый день все события, письма, все выписывают. Это интересно. Накапливать. Иногда к этому обращаешься. Вот вчера попросили снова класс, что называется, класс. Фильм эстонского режиссера Ильмара Раага. Как издевались над школьниками. Над школьниками, над двумя. И, наконец, он не выдержал, отца взял оружие, пришел и весь класс расстрелял. Весь класс над ними издевался. Страшные дела делал. Посмотрите, класс называется. Посмотрите, вот название как вот. Класс. Вот так. Это тут с кем переписываюсь. И на каждый день вот так крупно делаю. Ну, чтобы показать, вот я даже могу подальше скинуть, чтобы видно было, сегодня 15-е. И легко найти, за какое число это было. Вот оно. Второе число, 12-го. Вот. Какого? Второго. Третьего. Пятого. Вот каждый день сколько есть. Вот пятое. Вот сайт к истине. До этого было какое-то. Юлия Долбнева. Вот. Возможности войны. Когда мы с вами еще по скайпу общались, я не успела сказать, что есть некоторые предпосылки на 2017. Ну и то есть, кто что говорил. Ну раз ты это доверил, здесь какая-то конфиденциальность придумывают. Это все открыто. По телефону говоришь, все фиксируется. Если ты сам тайну не удержал, другой как удержит? А тем более люди желают, чтобы знали. Это интересные мысли. И вот на сегодняшний день я начинаю с того, что какие вопросы были за день. Ну, бывает так, я который день показываю, но не все вопросы. Некоторые такие бывают сейчас несчастного, уже повторно, я их не беру. Но вперед, которые были... Потому что мне еще Колесников это задание, как сказать, предложение или совет-то не дали. То у меня много накопилось. Я работаю в основном «Мой мир», это YouTube и форум. И вот сегодня я покажу, как было это вчера у нас, какие были. Вот зашел юноша. Ну, у него эпиграф такой взят хороший. Кто это? Марк. Володя, садись сюда, иди, посчитай. Считай, кто он такой? Аккуратно. Поближе только так, чтобы было. А что, мешает? Конечно, ну да. Марк Туряница. Вот, считай. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4. Вот его вопросы. Доброго времени суток, Игнатий Игнатьевич. Помогите, пожалуйста, разобраться. Кучу мнений в интернете прочитал о покрытии головы во время молитвы. Вопросы такие. Не мог найти нормального ответа. Что сказать можете? Если мы имеем этот текст от апостола Павла, всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. 1 Коринфянам 11 глава 4 по 5 стих. То почему почему монахи во время молитвы с покрытой головой? Второе. Может ли неженатый мужчина молиться в головном уборе, а не замужняя девушка? Третье. И почему вообще апостол так говорит, если еврейские мужчины всегда молились с покрытой головой? Заранее вам спасибо. Видите как, вопрос хороший, занятый. Откуда это? В социальной сети, ВКонтакте, Одноклассники. Или так было. Я не бываю ни там, ни там. Это модераторы, администраторы мне перекидывают на форум на наш. И я тут уже отвечаю. Еще раз говорю. Давайте советы. Мне писать, отвечать очень трудно. Вот православный форум Игнатия Лапкина. Вы заходите на этот форум.
И здесь сами пишите вопросы. Я каждый день буду публиковать. Но обязательно, чтобы была большая фотография. Ну, я уже показывал, какая фотография. Вот, видите, какая? Вот образец. Вот этот. Смотрите, мужчина. В свете, крупно. Ну, кто как может. Это я уже на него отвечал. Сейчас вот этому юноше ответ будет. Но по порядку считаем, ответы дальше будем. Дальше. Георгий Демченко. День рождения 15 апреля, родной город Кемерово. Мир вам, Игнатий Иванович, скажите, пожалуйста, каким чином переходят в православие католики и какова процедура? Может ли католик, желающий стать православным, молиться с православным вместе? Так, дальше. Даша Никулина. Спаси Господи вас, Игнатий Иванович. У меня вопрос, почему бить детей должна мама, а папа строго наказывать? Дальше. Теперь я отвечаю. Вот который про монаха задал-то. Я отвечаю ему так, этому юноше. Игла. Монахи держат ориентир не на Святую Библию, а на вымыслы человеческие. Они не правы. Все женщины и девочки со дня рождения должны быть в головном уборе. А мужской пол никогда и нигде со дня рождения. То есть нам... не должен быть с головным убором. Дальше. Нам еврейские законы не предписаны, а евангельские. Вот они погибшие и домолились. То есть я говорю об евреях. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 стих. Пришел к своим, и свои его не приняли. Матфея 15, 24. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израиля. То есть это погибшие, кого спрашивают? Это мертвецы, это был скотомогильник. Еврейский скотомогильник, дохлый скот. Да, это отвечаю. А относительно католиков принимать там как? Подобные неевангельские вопросы о церковном строении не отвечаю. Сходите к священнику и затем сверьте его слова со Святой Библией. Весь ответ. Некоторым не нравится, как я отвечаю. Но вопрос задан мне, я и отвечаю. Не нравится, ничего не значит это. Это что? Про что тут? Про вопрос бить детей. Почему мама бьет, детей. А папа нас... Да, отвечаю. Откуда вы это берете? Мера наказания равна ли содеянному? А наказыватель, экзекутор, тот, кто на это больше имеет право. Это прерогатива отца всюду. То есть отец должен наказывать, а не мать. Такой смысл. Ну иногда и мать. А что бить там, неважно. Вот поставили, вот это непонятно. У меня были разговоры с этим человеком, Игорь Капранов. Он там какой-то группой был, там плясал, скакал. А сейчас ведет лекции Игоря Капранова. Что она поставлена ко мне или перекинули, не знаю. Я послушал, хорошее все. Благослови его, Господи. Берет прямо, считает по синодальному переводу. Дальше. Говорит святые отцы, как. Ну и прочее. То есть мне понравилось. Ну а кому отвечать? Вопроса-то нету. Или он сам поставил. Даже не могу ответить ничего. Но перекинули мне его сюда. Игнатий. А, это я уже ответил. Вот, только погибшему в самозале. Дальше что? Марк Тюряница. Это он сам это говорит. Он снова ответил. Как? Вот этот ответ? Меня вообще удивил. Огромное вам спасибо, Игнатий Иванович. Господь с вами. Видите как? Кому-то не понравится, кому-то нравится. Кому не нравится, опровергай там или что-то. Дальше. Максим Передний. 34 года, Омск, Россия. Игнатий, ночи доброй. Дед, ты красавчик, бодрый такой. Вот. Игнатий Иванович, я много курил в своей жизни. Подскажи, помоги, как бросить? Игнатий, ты, наверное, много в жизни своей повидал. Научи доброму, хорошему. У меня тоже жизнь не так уж. Ты сладко было по жизни в тюрьме провел. Наверное, пол жизни имеется в виду. Пол жизни в тюрьме провел. Ну, что ему отвечать? А вы увидите, какой ответ. Я отвечаю. Кто имеет страх Божий, кто верует Иисусу Христу, тому курить нельзя. 1 Коринфянам, 3 глава, 16 стих. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. А для неверующего не писан закон. Римлянам, 6 глава, 17 стих. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности.
Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Видите, я отвечаю с вами Писание во свете Библии. Поэтому он должен теперь ориентироваться на то, что Бог сказал. Ну, а табакокурение, вот у нас книга тут на нашем сайте. Вот здесь я сейчас еще раз покажу. Некоторые не знают, что заходили на наш сайт. Вот наш сайт во свете Библии. И вот здесь книга есть «К истинному православию». Вот не вот ткнешь вот так вот, «К истинному православию». Вот теперь посмотри, табакокурение. Вот оно, табакокурение. Страница 265. В него ткнул, вот о табакокурении. Вот смотрите, какая большая статья. Здесь, ну, у меня все на Слове Божьем основано, на святых отцах, на канонах. Это я передвигаю. Все. Дальше и так бодрствуйте. Вот если человек, ну, поистине желает, то он получит это. Хорошо. Дальше мы идем. Вот сегодня один заходил, я уже ответил. Игнатий. Там вверху. Алекс Бессонов. Игнатий Тихонович, кто ваш Бог, в которого вы верите? Мои соседи, у одного Бог Аллах, у другого Кришна, у третьего Будда, у другого Ганеша, у другого Шива. У вашего Бога есть имя? А кто ваш Бог? Как его имя? Вот еще даже не считая, я знаю. В первую очередь, крайне неграмотно написано. Уровень образования почти никакой. И если начинает имя трясти, это так называемые свидетели Иеговы. Правильно называть их лжесвидетели под именем Иеговы? Я ответил ему, но сегодня уже ролик был, он вышел на меня. Он слушать вообще ничего не может. Он напоминает православных, которые бьются за частое причащение, неготовые. Неготовые, повторяю. Частое причащение приближает к Богу, а не отдаляет. И вот так же, он ничего не может выслушать. Ну и ролик этот стоит, будет стоять на следующей неделе. Подождите, я его, ну, записали, ролик получился. Мне пришлось замолчать и не говорить. Совершенно одинаково. Какой-то Дулевич там, Антон, называет себя миссионерами. Это главные враги православия. Они разрушают его. Они показывают дикий образ. Вот как этот Сарион, Апентео, хулиганье. Дикое хамье и хулиганье. Для них ничего нету. Он нормальный человек был бы, но с частым причащением ее задушил демона в себе. Дальше. Я отвечаю, сколько у Бога имен. Вот ты хорошо засними. Я не буду время тратить на это, чтобы каждому можно было просчитать. Передвигаю. Потому что я уже ответил это. Зафиксируй, кому надо, те просчитают. Это такой ответ на один вопрос. Вот смотрите, как отвечаю. Считается книга из Святой Библии Псалтырь и по живым, и по умершим, и в богослужениях. И слово «имя» встречается в разных падежах, только вот, считай. Только в этой Святой книге Псалтырь 103 раза. Как, например, Псалом 8, 2 стих. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес!» Псалом 21, 23 стих. «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». Восхвалять, возвещать, а никто имя Божие не знает. Дальше. А где же само имя Божие? Строю 103 раза скрыли только псалтыри. Оказывается, что в оригинале псалтыри это имя Божие упоминается 702 раза под словом «Господь». Так при чем же тут свидетели Иеговы? А вот уж так дошло, что имя Божие ассоциируется сразу с этой сектой. Но уж никак не с православными, ни с католиками, ни с иными, где имя Божие намертво сокрыли. Вот я говорю, чтобы имя Божие встречалось больше, в моих книгах... Открытым оком в 32 томах у меня имя Иеговы встречается 2944 раза. Из них только в моих 3467 стихах имя Иеговы встречается 936 раз. Ну вот этот ответ, там полный я даю. Дальше. Любовь Акселова.
личным сообщением пишет в Одноклассниках Игнатию Лапкину. «Радость Божия! Спаси вас, Господи, на многое, многое благо! Аминь! Вас любят голуби, а вы их – это счастье! Благословенного вам вечера, Божьих вам благословений на каждый день! Аминь! Берегите себя! Здравия вам телесно-душевного на много-много лет вперед! Аминь! Покрову вам защиты Царицы Небесной и всех святых угодников! Храни вас Господь! Аминь!» Ну, то есть не все относятся одинаково. Ирина Мудрая. «Игнатий Иванович, завтра 15.12.2015 года выйдет в эфир ваше видео в 10.40 по московскому времени на телеканале «Гармония ТВ». Интернет-версия телеканала находится здесь». Так, у меня нет возможности выйти. Я это не знаю, как я прошу. Кто может, тот увидит это. Сегодня будет. Ну и посмотрите на меня, скиньте как-то. Екатерина Осокина. «Живет только тот, кто переделает себя. Без этого любая жизнь, без всего лишь самораспад». Преподобный Леон Афонский, город Санкт-Петербург. «Игнатий Иванович, здравствуйте. Могу ли я вам задать один личный вопрос, на который не в силах сама найти ответ?» Ну, личный, то есть от нее, а не то, что нельзя там говорить. Когда выставлено все, мне перекинули, то никакой не личный. То есть лично о себе она имеет в виду. «Совсем недавно я познакомилась с хорошим человеком во время поездки в паломничество. Мы встретились взглядом и все поняли. Потом он подошел, он первый проявил инициативу. Понимаете, я девушка целомудренная, и для меня отношения между мужчиной и женщиной – это серьезно. Он также серьезно относится к этому. Мы пообещали совсем немного. Пообщались. Мы пообщались совсем немного. И недавно он сказал, что лучше нам не видеться и как можно меньше общаться, переписываться. Он сказал, что это все для него серьезно, и что он не планирует семью. Мы испытываем друг другу. Исходит не изнутри, что это не любовь, а влюбленность. Что нужно, чтобы прошло время, мы смогли узнать в друге личность. Он сказал, что если мы продолжим общение, то это закончится плохо. Но я не понимаю его, почему мы не можем общаться и узнавать друг друга. Ведется или ведется, что-то непонятно. Неужели так и должно быть? Если тебе нравится человек, то почему нужно бежать от него? Я не понимаю, как тогда быть. Я верю ему и знаю, что если мы будем общаться, то ничего плохого не выйдет. Но он говорит, что не доверяет себе. Я не знаю, как мне быть. Бороться, писать, стараться не терять контакт или просто уйти в сторону и ждать. Только чего ждать, я не знаю. Игнатий Иванович, большое вам спасибо за возможность попросить у вас совета. Я правда не знаю, как поступить, чтобы это было правильно. Я письменно еще не отвечал, а отвечу. Он прав. И чтобы вот так мужчина вел себя, это очень редкий случай. Я знаю, ничего больше не будет. Не знаешь, вот пример сегодня, это мусульмане. Никогда одна сама не выбирает, ни с кем не встречается. Иначе будет совершенно не то. Будет разруха, смерть. У евреев это строго было, у мусульман. Если ты окажешься не девушкой в свадебную ночь, после первой же ночи тебя надо убить. И мужчина поступил абсолютно правильно поступил. Ну и вот теперь это поступило за день. Еще. Алексей. «Игнатий Иванович, сатанистам напрасно пишете. Их цель погубить, а не помочь в спасении. Как вы такой умный и молитвенный до сих пор не поняли? Пошли вам Христос терпения, здравия и разума». То есть речь идет о Сирии, об ИГИЛе. ГАИШ там как-то называют где-то по-другому. Я написал письмо президенту Путину, патриарху Кириллу, чтобы помогли мне туда попасть официально. Я не враг государству, но считаю, что мог бы как-то помочь. И с ними сейчас установить связь и побыть у них там хотя бы год. Олег Обломов. «Игнатий Иванович, вопрос вот какой. Недавно слушал интервью отца Дмитрия Смирнова, и меня смутил его ответ по поводу развода супругов. Точнее, какие причины, на его взгляд, допустимы. Я человек грешный, молодой, и могу ошибаться в силу своей неграмотности. Посему прошу вас высказать свое мнение на этот счет. Ссылка и время отрезка
время. Ну, правильно сделал как. Вопрос задан, делается ссылка, сам ролик стоит. Но я уже отвечал ему, видимо, еще не перекинули. Отец Дмитрий Смирнов отвечает абсолютно неправильно, ни на чем не основанное. Говорит так, как будто человек неверующий. Причина одна. 19 глава Матфея. Это я сегодня я беру, не считал даже, вот это вот просто сходу говорю это. Причина только одна, неверность супружеская. Но тогда разведешься, ты должен, должна быть остаться одна. Вот ответ один какой. При живой жене, если выйдет замуж, прелюбодей. При живом муже выйдет замуж, прелюбодейка. При живом, не при изменнике только. Дальше. Владимир Петеримов. Игнатий Ильич, вас и вашу деревню показали по РЕН-ТВ на 13:40 минуте в передаче «Военная тайна». Видите, как хорошо. Показал какой, что. Я уже раньше это знал, еще в Потеряевке. Действительно, так там показали. А, ну, ни к чему, как про Украину, что она замерзает, и маленькие кадрики. Ну, там секунд несколько, как дети наши пили дрова. Как будто бы это в Украине заготавливают. Ну, интересно. Я же не буду ему говорить, а ты взял у меня есть претензии, кадры. Ну, как делают, претензии там предъявляют. Это даже смешно. Вот, теперь дальше будем говорить. Посмотри. Это у меня за этот день, теперь беру из прошлого. Считай. Размышления мои, игла Игнатий Лапкин, на тему нахождения в моем мире. Некоторые, даже многие считают, что мой мир – это несерьезно. Слишком много легкомыслия, греха, открытой скверны, надменной злобы, хвастовства, блудом. И что вроде бы лучше всего быть в Одноклассниках, ВКонтакте, в живом журнале и иных сообществах. Мое разумение детское такое. Не детское, а детское, то есть деды. Детское, видите как? Детское, да. Что все перечислено, что есть уже и нечастное, все себе вместе взято не может составить, дать того, что дает мой мир. То есть вот это контакт, одноклассники, живой журнал, вместе взятые не могут дать, что дает живой вот этот мой мир. Но у него все это убрали. Раньше можно было так. У меня находится, допустим, 5000 друзей. Я одновременно мог большой текст послать на 5000 человек с фотографиями. До 12 фотографий, представьте себе. Одновременно. Потом все это обрезали, даже в таком вот виде, который там то-то-то они убрали. И то мой мир по-прежнему хорош. Дальше. И лучше доказательство этому то, что когда спрашиваешь недовольных моим миром, как они себя и свои таланты могут проявить для пользы своих друзей там, вне моего мира, то ответа практически ни одного не получил за последние 2 года. Да и сами-то, гляжу, торчат именно в моем мире. Значит, общаться здесь легче. Вот какая причина. И в частном порядке упрашиваю именно по этой теме и даже многих программистов и заядлых завсегдатаев паутины. Относительно моей много грязи. Где есть свобода, там присутствует и грех. Можно даже так сказать. Римлянам 5 глава 20 стих. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Считаю, что на начале страницы, где имя и фамилия, там выделено место для краткой биографии. Должна стоять, как на паспорте, но может быть и более свободно, лично твое фото. Одного и, конечно же, никак не природа. Зверюшки, пташки, цветы и чудища. А в последнее фото, в моих картинках, там должны быть фото, отображающие тебя как личность. С детьми, в труде, на отдыхе, с семьей, с друзьями. И чтобы в этих фото было отражено твое личное «я», духовное и телесное. Кто ты есть? Каков твой талант от Бога и как ты употребляешь его на превращение? И что получит зашедший к тебе на твою страницу? Неужели действительно так пуста жизнь людей, так ничтожна и мелочна, даже в его собственных глазах, что ни одной информативной фотографии нет, а так натолкает из разных свалок греха или кривоносый злой юмор про правителей и злопыхательство против евреев? А ты-то где? Где же ты жил, был? Что и следа не смог зафиксировать своего, а только умел бурчать, злиться и поносить всех,
кому состоялся... Кто состоял как личность, как Божье творение. Сираха 45.8. Есть между ними такие, которые оставили по себе имя для возвещения хвалы их. И есть такие, о которых не осталось в памяти, которые исчезли, как будто не существовали, и сделались как бы не бывшими, и дети их после них. Вот когда говорится 45, то еще нужно смотреть 44, потому что вот в поисковике там на одну главу показывается больше. 1 Петра, 2 глава, 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». 2 Петра 2.15. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную. Мой мир легко может стать и лично твоим миром, если ты внесешь в него свой одухотворенный талант, приумноженный благодатью Духа Святого и содействием твоих друзей. Администрация моего мира сделала почему-то так, что при массовой рассылке друзьям аппаратура может послать не всем друзьям, а только 500. Считая, что и нет смысла иметь друзей более этой цифры, и стараюсь постоянно держаться того, чтобы в друзьях у меня не было тех, кто нахватал друзей более 1000, это все пустое. Им, столь дружелюбным, посылаю вначале вот такое послание. Мир вам! У вас уже в друзьях более 1000 человек. Как вы можете разбирать ежедневно почту? У меня в друзьях только 500 человек, ибо именно столько принимает техника при рассылке. И то я трачу более 2 часов ежедневно на разборку поступающей корреспонденции, просмотреть все ролики, поступившие на мой адрес, и на ответы. А как же вы можете поправиться, когда у вас более 1000 друзей, а у некоторых даже десятки, сотни тысяч? И потом мне кажется, что вы посланные... Посылаемое мною, не будете считать. А я посылаю весьма ценно для бессмертной души. И потому зачем же я буду одним из тех, кто работает холостую? Я против вас лично ничего не имею. Просто материалы будут падать в пустоту. Ибо я делаю много рассылок религиозного характера. Стихи, поучения, фото. Если вы имеете согласие с сказанным, то дайте знать, и я могу пересмотреть свою позицию. И только в одном случае, что вы все мое будете читать, не выкидывать. Жду ответ тотчас же. Видите как? А у самого у меня сейчас 5000, почти 5000. Почему? Обстановка на мире изменилась, можно фотографии послать всем. Вот фотография, вот это она, какая у меня вот. Моя фотография, ну, все там сказано. Дальше. Сколько сообщений я сделал на форуме? 7 339. Вот фотография. Теперь я с одним переписываюсь. Вот как идет переписка. Дорогой Сергей Николаевич, я буду брать выдержки из вашего письма, замечания и ответ мой. Вот он. Добродеев С.Н. Большой человек, работал в администрации Кемерово, там по каким-то, вот. Давайте я вам правду скажу о ваших рассылках. Это он говорит. Никому не интересны перепечатки из сайта или с форума. То есть с моего сайта и с моего форума я же пересылаю, никому не интересно. В мире столько много происходит, что получать в рассылке просто фотки и рассуждения с форума, которые так читали, согласно, никому не интересно. Вот он нас отвечает. Никому не интересно, я отвечаю. И даю вам всего-то несколько писем за 2 дня частично. Вот Евгений Мазалов, вот он какие, пишет. Мазалов. Вот смотрите-ка, фотография, что они пишут? Слава Богу за всех вас, за Потеряевку, которая записана на ладонях живого Бога. Вы чудесные дети и рабы Христовы, Христос воскрес. Благодать пресносущего. Это у другое название такое. Женщина. Спасибо. Как же это приятно готовиться и красиво отмечать Божьи праздники. Это воспитывает молодежь и наполняет душу старцев особой радостью и благодатью.
Да благословит вас Бог и дальше творить добро и продолжать Господние традиции, чтобы они не заросли колючками чуждых обрядов. Дальше. Елизавета Натариди, Греция. Видите, какие люди. Я-то все скопировал и теперь показываю. Ну, то, что предложили мне, чтобы на каждый день наша переписка была, я ее теперь даю. Вот теперь дайте отзыв. Вам интересно или нет это знать? Христос воскресе! Письма я ваши получила, за что огромное спасибо. Почитала, фото посмотрела, много интересного. Дай вам Господь терпение и духовной мудрости нести такие труды. Сразу хочу сообщить о себе. Зовут меня Лизавета, мне 46 лет, живу в Греции. Замужем за Василием. У нас двое детей, с разницей в 20 лет. У нас два духовника, один рядом и нас исповедует, а другой старец на Афоне. У нас своя работа, и работаем мы по 12-14 часов в сутки. Работаем, чтобы выжить в сегодняшней Греции, так как вся Европа ополчилась на православную страну. Вечером, насколько получается, уделяем время детям. Я рада, что вы приняли мое предложение дружбой, за что спасибо большое. Я всегда читаю все, что мне присылается, но, к сожалению, не всегда отвечаю. Это просто от нехватки времени. И от того, что очень долго пишу. Я новичок в компьютере. Мне будет жаль, если вы обидитесь. Храни вас Господь. Видите как? Он написал. Никто не слушает, никто не считает. А мы посмотрим дальше. Павел Бочков. Вот он стоит с каким-то генералом. Священник. Кандидатская степень у него. Получил, посмотрел. Хорошо там у вас. Читаем вместе. Читаем все. Потом он мне звонил, расспрашивал, тут у вас есть, нет, старосильные греки, там прочее. Илиан. Илиан. Жив, получил и смотрел. Спаси Бог. Христос воскресе, радости моя. Добрый мой человек, мы вам очень признательны и благодарны за ваши труды и заботу. Просматриваем, изучаем жизнь вашей светлой и трудолюбивой общины. Восхищаемся вашему боголюбию. И радуемся за вас, дорогие и возлюбленные во Христе братья. Ваш труд не напрасен. Укрепление вам и многие лета всей вашей боголюбивой семье. Христос воскресе! Мы живы Духом Святым. Слава Богу за все. Дальше. Вот. Анна Ромара, Италия. Вот она. Пишет. Фото замечательно, как будто вы живете на другой планете, а не в России. А вы читали в сообществе «Царь грядет», там 3 статьи о том, что Антихрист явлен, хотелось бы ваш комментарий. Игла. Я уже говорил, что гипотез не сочиняю. Не явлено еще и не нужно ускорять. Дальше. Валерия Герасименко. Герасименко. Я рад, что имею в твоем лице Игнатия учителя для себя. Твои стихи и прозу часто помещал в сообществе «За нашу Родину». Форум Андрея Кураева был для меня высшим судом совести каждого, кто в нем участвовал. Но я понял, что мне не хватает правды, которую я пью из твоих посланий, а теперь из твоего форума. А фото сделали меня свидетелем вашего богоустроенного общежития и благоустроенного общежития, где не Потеряевка. Ведь это такое откровение. Спаси Господи, Игнатий. Владимир Еремеев. Мир вам, все классно. Теперь другая благодать называет себя. Благодать Пресносущего. Спасибо за снимки. Если можно, то присылайте их по 3-4 раза за раз. Не больше, потому что с моим интернетом не все открывается. Я заметил у вас свойственную весьма христианскому миру тягу к обличениям и осуждениям по Слову Божьему. Все это верно. Но что, по-вашему, есть мир Божий? Ведь не все же могут сразу очиститься от ростей и пороков, чтобы жить по закону Бога. Как хранить мир в своем сердце при обличениях и осуждениях, за которые приходится расплачиваться спокоем и миром в душе. Спасибо.
Александр Жуков. Вот посмотрите даже, Александр Жуков, вот как он выглядит. Я ничего не прибавляю. Говорит, никому не нужно, что вы делаете. Но теперь мы видим, нужно или не нужно. Приветствую, дорогой брат Игнатий. Благодарю за все сообщения и фото. И поверьте, рад как-то за вас всех там. И хорошо, что еще и видно, слава Богу. Благодарю вас, благодарю, с Богом. Дальше. Светлана Мещишина какая-то. Вот она, Светлана какая, что? Фото ваши смотрю с огромным удовольствием. И читая ваши послания, потрясающе. А вот насчет Корана, ведь вы классно написали. И веды у этих, у буддистов. А вот насчет Корана и вед вы классно написали. Если позволите, употреблю при общении с возвеличивающим Коран или веды. Воистину воскрес. Аминь. Храни Господь вас, вашу семью, ваш дом. Татьяна Духина. Видите, какая. Спасибо вам за замечательные фото и слова назидания. Светлана Мещишина. Огромное спасибо за труд ваш во славу Господню, за проповедь неповрежденного Евангелия. Всех благ всей многочисленной семьи вашей. Я имею в виду всех тех людей, которые живут с вами в стане. Сергей Даниленко. Молодец, что живете. Отец Александр Кузнецов. Христос воскрес. Спаси вас, Господь, сил, здоровья и благодати. Мария. Спасибо, я все читаю и смотрю. С помощью вас духовно развиваюсь. Маришка. Раил Азнаев. Видите, Раил. Приветствую вас, дорогой брат. Я постоянно читаю ваши проповеди. Я служу татарам и башкирам. И получил очень многое от вас. Мир вашему дому. Вадим Петрович. Христос воскрес, дорогой Игнатий. Ваши материалы читаю. В своем ЖЖ недавно разместил пост «Воскрешение Руси». Вот она как выглядит. Помощи Божией вам в трудах во славу Бога и Святой Руси. Наталья Вечерская. Я все внимательно прочитывала и просматривала. Интересно очень. Спасибо вам большое. Наум Борщиков, Грузия. Это вот еврей в моем Грузии, в моем доме он пришел к православию. Это его семья, дети, там внуки где-то. И когда у него бываю в Тбилиси, то всегда во время литургии он сразу в алтарь заводит, я чтец, и готовит людей к проповеди. Христос воскрес, как будто побывал с вами. Прекрасное фото. Я бы тоже ходил с вами строем. Люблю голубей, они прекрасно летают. На крыльях веры в небо подняться и пребывать вовеки с тобой. Кристина. Кристина. Это от нас уехала из Франция. Потеряевки туда. Во Франции живут. Вот она сидит. Ишь, какая красавица. Спаси Христос за фото и за сообщение. Христос воскресе. Алексей Загуляев. Спаси Христос, все получил, просмотрел. Христос воскрес. Владимир Пищиков. Христос воскрес. Мир вам, Игнатий Иванович. Ваши материалы для меня очень важные. Я их не игнорирую. И постоянно читают со мной. Благодать Пресносущего. Я регулярно прочитываю ваши сообщения в первую очередь, как только вхожу в систему «Мой мир». Если вы успели отправить несколько сообщений с фотографиями, то самые нижние фотки могут не раскрыться. Хотя я стараюсь не пропускать их. В любом случае, ваши удивительные стихи со сносками из Писания или без них, а также описание образа жизни и рассуждения о Божьих путях всегда под рукой, познавательны и питают душу и разум. Благодарю Бога за вас и молюсь за ваших врагов, чтобы они тоже стали подражателями вам, потому что их негатив только подзадоривает интерес к вашей личности, и не напрасно. Вот, то есть они хулители там есть, которые, так наоборот, это антиреклама, это реклама. Сатана, оказывается, точно знает свои слабые места и неразумно стремится их прикрыть. Вместо того, чтобы покаяться и очиститься, но всему свое время у Бога.
Благослови вас всех Господь. Это сегодняшней ночью мне скинули, что почти 2 года назад, в декабре 2014 года, у нас была беседа с Сергеем Дудиным, священник из Томской епархии. И вот претензии к этому ролику, а ролик хороший, как он помогал мне выйти на людей, которые помогли бы нам съездить в Англию. Но это не потребовалось. У нас было приглашение из Англии, там от пресвитера какой баптистской церкви, на конференцию и так все. Ну, хороший, попросил убрать, претензии заявил на YouTube, но я убрал. То есть, как будто бы вот человек чем-то провинился перед Богом, и Господь говорит, стирает прежнее, как будто его не было. Я убрал, претензий нету, но ничего и нету. Считай дальше. Олег и Оксана Кафурины. Вот они стоят, серьезные люди. Что пишут? Простите, что сразу... Не ответили вам. И по тем материалам и стихам сразу видно, что вы двигаетесь, служите в Духе Божьем. И радуемся, что есть те, кто не жалеет себя для Божьих дел. Да благословит вас Господь и даст силу и мудрость, чтобы исполнить все, для чего Он призвал. Он вас призвал. Аминь. Если не сразу отдаем ответы, то только потому, что не всегда хватает времени прочитать сообщение вовремя. Надежда Шадрина. А это Сергей заезжает к нам, племянник Надин-то. Ну, а это ее дочка Валя. Наша. В Новосибирске. Спаси Христос. Получила все ваши сообщения. Читаем, изучаем. На фотографии всем семейством просматриваем. Александр Крюков. Вот, Александр Крюков. В моем лагере был пацаненок одного дьякона, сын. Ну, до того интересный пацан был. Он очень высокий ростом, по 2 метра-то. Ну, просто интересно такой. Ну, а дома-то, видно, не учили. Я взял фуражку, повесил высоко так на столб-то. Его фуражку-то. Ну, и доставай-то. А он не может достать. Он не умеет. Я говорю, ногами вот так обнимай. Вот так вот она. И он достал. Достал, сел и заплакал. Я говорю, еще плачешь? А я и не знал, что я умею лазить. Идем. Я говорю, от меня не отставайте. Если дальше 3 шагов, значит, 3-й шаг, 4-й, это за 1. 3, это нормально. Я вас накажу. С собой у меня там травинка есть, травинка эта, и хлопнута. Но он маленько отстал. Я остановился, стоп, все остановились, а он дальше. Я говорю, вот если больше 3 шагов, то каждые 5 шагов, значит, остается 2. За 2 я тебя накажу. Он как прыгнул, никто не понял как. Он как кузнечик, вот так прыгнул, он бывает тройной прыжок, и в 3 шага уместился, и вошел в эту зону за 3 метра. Ну, настолько интересно было. Ну, а сейчас он священником стал. Дальше. Христос воскресе. Все приходящее от вас читаем. Когда появляется возможность, так что, Игнатий Ильич, не бросайте меня. Галина Семиошкина. Слава Богу за вас. Мне очень нравится читать ваш материал и смотреть фотографии. Очень бы хотелось приехать к вам в гости и прославить все вместе нашего Господа Иисуса Христа. Но пока в мечтах. Александр Бондарь. Вот какой он. С какой дощечкой. Это такая форма, когда заканчивает, а кисточка висит. Это Америка придумали для смеху. Христос воскресе. Полностью поддерживаю вас, Игнатий. Стремлюсь жить в этом же. С мясом и алкоголем поступаю, как и многие знакомые. Аналогично. Александр Бедовский. Добрый день или вечер. Очень рад получать от вас письма и фото. Очень интересно. Как будто окунаешься в другой мир. Вы меня простите, что не пишу. За два дня моего отсутствия пришло более 300 писем. И хоть я не православный, но материал, рассуждения, духовная пища очень ценны. С любовью к вам во Христе Иисусе, Александр. Видите как, это мой мир, он дает такую возможность. Смотрите, это нигде, ни в одной системе нельзя, не говоря про одноклассники. Лидия Рогалева. Милый вы мой человек. Мы с мужем вместе читаем и обсуждаем ваши материалы. Олег Фактор, Израиль. Огромное спасибо за внимание. Я все просматриваю и читаю. У меня тоже много писем в день приходит. И я все просматриваю. Рима Нугуманова. Спасибо. Читаю все для восполнения духа. Ну, я думаю, на сегодня хватит. Да. Вот посмотрите, сколько. Я как бы рекламирую систему «Мой мир». Но это мы прочитали... Что тут уже дальше? Дальше Серебрякова будет.
Вот, прошли сколько. Я вернусь назад сейчас и покажу. Это все у меня перенесено в мой, на мой форум. Вы зайдите на мой форум, кто... И здесь вы можете прямо сами, ну, зарегистрироваться. И тут надо вот что знать. Новое сообщение нажать, чтобы на последнюю страницу выйти. И вот здесь вот мой поисковик, общий поиск, вот где ходит. И вы сразу найдете. Так что жду предложений, советов, размышлений. Ну и следующее, когда зайдете на мой форум, я дальше буду с фотографией все это показывать. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.